проводим совет глав муниципальных образований Самарской области в таком новом формате. Я знаю, что очень большое внимание уделяло правительство Самарской области взаимодействию с главами, обсуждению и помощи в конкретных решениях, которые должны быть приняты. Мы эту практику будем только наращивать. Я знаю лично по работе в предыдущем субъекте, какая важная и ответственная работа и у главы, и у всего коллектива, который вместе с главой работает на месте. Знаю, как непросто иногда принимать решения в условиях ограничения ресурсов, в условиях ограничения возможностей, а проблем-то их всегда много. И именно вы те люди, которые каждый день, общаясь с нашими жителями, эти проблемы воспринимают, эти проблемы слышат, и обязаны на них реагировать. Здесь, конечно же, будет серьезное усиление в нашей с вами совместной работе и ресурсное, и административное, и управленческое. Мы сделаем все, как правительство Самарской области, с тем, чтобы у вас, у ваших сотрудников была уверенность в том, что вы не один на один со своими проблемами. Своими проблемами жителей, а как следствие задачами, которые стоят перед Самарской областью. Мы сегодня с вами подробно обсудим по каждому из направлений те решения, которые необходимо принять уже сейчас. Я знаю, что есть решения, которые должны были бы быть приняты во внимание. Может быть, даже чуть раньше их можно было бы принять, но, уважаемые коллеги, мы здесь для того, чтобы системно, ежедневно принимать важные управленческие решения. Будет совет глав при губернаторе Самарской области. Буду просить вас принимать активное в нем участие, будем встречаться с вами раз в месяц. Но это важно для того, чтобы мы не теряли с вами оперативный личный контакт. Я знаю, что многие вопросы в ежедневном режиме, мы уже с вами так работаем, будем обсуждать в телефонном, с голоса, принимать решения. Но вот такая координация наша совместная должна быть регулярная. Поэтому раз в месяц будем встречаться и работать. Мы работаем с вами вместе. Муниципальное образование не является отдельным самостоятельным органом. Муниципальное образование является частью большой команды правительства Самарской области. Поэтому то, что вы считаете вашими проблемами, это наши общие проблемы. То, что наши жители считают, должно решаться на одном из уровней, они ведь не разделяют. Ну, мы живем вот в городе, мы же не разделяем, что этот вопрос задам туда. Нет. Есть такое понимание руководства. И у жителей есть, должно быть понимание, что вот есть руководство, к которому всегда можно обратиться, и всегда получишь помощь. Вот мы с вами являемся представителями, сейчас выбранными или претендующими на то, чтобы быть выбранными в это руководство регионом вместе с вами. Поэтому в таком посыле будем идти.